Добрий вечір, шановні телеглядачі. В Одесі, незважаючи на протести громадських активістів, триває вирубка дерев. Сьогодні ми поговоримо про те, хто вирубає дерева і з якою метою. Сьогодні в гостях у нас члени громадського руху «Зелений лист» Яна Тітаренко та Сергій Дятлов. Вітаю вас, шановні гості. Добрий вечір. І, по-перше, я б хотів дізнатися, думаю, що і телеглядачі теж, коли і де трапилася чергова вирубка дерев. Ну, первый раз зафиксировали вырубку деревьев 7 февраля. И вот с момента с 7 по 10 февраля в районе санатория Чкаловский было удалено более 120 взрослых деревьев. Ого, да. Ну, це дуже багато. Це дуже. Які дерева постраждали і як це може позначитися взагалі на екологічному стані Одеси? Як ви вважаєте? Там большой породный состав, я думаю, Сергей более подробно расскажет. Да. Про дерева постраждали. Там акация, белая акация наша знаменитая. Символ. Символ Одессы. Потом очень больно, что пострадал сафора японская или стифолобиум японский, как его сейчас называют. Это дерево относится к особо ценным породам. Угу. Там плодовые деревья пострадали, к сожалению, поделить. Не всегда это возможно было. И еще разные виды пород, тех, что растут всегда на склонах. Например, ясень, несколько крупных ясеней, приблизительно 50-летнего возраста. Клен астралистый. Угу. Да. Ну, на жаль, дуже жаль ці дерева. Вже, я так розумію, висадити їх можливо, але вони досягнуть такого віку через багато-багато років. Як це позначиться на екологічному стані нашого міста? Ну, нічого хорошого від таких дій чекати не приходиться. Це ж далеко не перший випадок. Ми потеряли недавно цілу посадку в районі 13-ї фонтана. Я вже не говорю о Аркадії, Ланжероні і ще огромному кількості зелених насаджень, які були вирублені без всяких актів і без всяких на то дозволительних документів. І я вам скажу так, що Одеса вже на сьогоднішній момент сильно відстає по кількості зелених насаджень і зелених зон на душу населення. Поэтому с каждой такой вырубкой мы еще дальше и дальше отходим от европейских стандартов и вообще стандартов, которые позволяют человеку нормально существовать в городской среде. Угу. Я хочу дополнить, что эти деревья и кустарники были посажены самими одесситами. Поэтому весь этот парк юбилейный принадлежит одесситам. Там и сегодня под тенью деревьев отдыхают тысячи горожан в разное время года. Эти деревья и кустарники являются барьером на пути воды, которая стекает по склонам. Особенно в вегетационный период они задерживают эту воду и переводят поверхность ног в подземный. То есть выполняют водоохранную и почвоохранную функцию. Парк этот до сих пор не вынесен в натуру. Необходимо разработать положение об этом парке. Ну, просто говоря, что можно, что нельзя. Вот такой документ, который будет позволять выполнять те или иные деятельности. Сейчас многие пользуются тем, что такое пограничное положение у этого парка. Многие стараются оторвать то один, то другой кусочек. Угу. То поки що виходить, я так розумію, це зробити. Як ви вважаєте, хто міг зробити це і з якою метою? Ну, на сегодняшний момент мы предполагаем, но все-таки написали заявление в полицию для того, чтобы они разобрались. Все-таки предположение – это одно, а фактаж – это другое. Что касаемо предположений, большинство членов нашей организации и людей, которые непосредственно участвовали в процессе высадки деревьев в городе и которые зафиксировали вот это вот преступление, мы все-таки считаем, что вырубались деревья с целью проведения дороги непосредственно к тому коттеджному комплексу, который сейчас принадлежит господину Галантернику. И второй момент –
Вторая вырубка, которая была зафиксирована вот самой последней, на территории самого на территории пляжа, принадлежит сейчас КП «Чекаловский». И сейчас уже вот на ближайшую сессию будет вынесено проект решения о передаче 3,5 гектар в собственность компании, конечным бенефициаром которой является, опять же, господин Галантерник. Поэтому нетрудно предположить, что вырубка деревьев необходима именно ему. Еще вот момент, который больше всего огорчает и пугает, то, что наши власти, как всегда, считают нас за идиотов. И сегодня глава департамента экологии сказала, что такого количества деревьев вырублено не было, а была вырублена поросль. На самом деле все биологи знают, что деревом считается растение, достигшее в диаметре 5 сантиметров. Поэтому ни о какой поросли речь не идет, а речь идет о вырубке здоровых, полноценных деревьев разного возрастного состава. Ну, до речі, ви сказали про представників влади. Як вони, по-перше, знають, ну, я так розумію, що вони знають про цей випадок, як вони реагують на те, що дерева повирубали? Яка реакція? Що вони кажуть про це? З якою метою? Хто це зробив? Навіщо? В день, коли була зафіксована перша вирубка, случайним образом по трасі здоров'я пробігав господин Орловський, і коли він побачив групу общественників, поліцію, і він остановився, и делал вид, что вот для него это такой же шок, как и для нас. Сказал, что он во всем разберется. И даже сказал сегодня на аппаратном совещании, что дал распоряжение высадить количество деревьев, равное удаленным. Но мы же понимаем, что это смешно, потому что убрать 50-летнее дерево и высадить саженец – это совершенно разные вещи. Вот в сельском хозяйстве используется такой термин, как «листовой индекс». Если одно маленькое деревье, предположим, может иметь 200 листочков, то большое 50-летнее дерево может иметь 200 тысяч листочков. Вот и посчитайте, сколько надо маленьких деревьев высадить, чтобы компенсировать утрату одного 50-летнего дерева. Поэтому то, что сказал господин Орловский, это, ну, мягко говоря, смешно. Потому что никогда высадка ну, вот саженцев пропорционально количеству взрослых деревьев – это не то же самое. И никогда это не приведет к тому же результату по количеству кислорода, который выделяют 50-летние, 30-летние, 20-летние деревья. Совершенно верно. Надо сажать деревья, которые как минимум соответствуют тем, которые были вырублены, чтобы крона их была приблизительно такая же. Тогда они будут очищать воздух также и также выделять такое же количество кислорода, которое необходимо нам для дыхания. Вот в этом и заключается вопрос. Добре, а взагалі в чому сенс тоді? Ну, якщо ми одні дерева вирубаємо, а інші сажаємо, в чому сенс? Так бути не повинно. Но речь уже идет о компенсации этого ущерба. Это другой вопрос, тоже очень важный. Не, ну Орловский каже, что ці дерева зрубали, и мы высаджемо інші, молоді. Смысла никакого. А навіщо рубати ці дерева? Никакого смысла. Это все были здоровые деревни, это видно по спилам их. Абсолютно здоровые, не больные деревья. Кстати, вот обратите еще раз внимание, извините, я повторяю, обратите внимание, но это так. На склонах приморских деревья здоровые, сами растут по себе, без всякого ухода. Возобновляются как семенным, так и вегетативным путем и чувствуют себя отлично. В наших парках деревья болеют, высыхают и так далее. То есть это здоровый фитоциноз, искусственный, правда, который сложился на наших склонах. И каждый раз отрывать от него какую-то часть – это преступно. Так, Яна, ви як вважаєте, в чому сенс заміни одних здорових дерев на інші молоді? Саш, ви ж перший рік сталкуєтесь з нашою властю, да, і ведете вот, ми ведемо такі бесіди. Да. На самом деле, по какому принципу действуют эти люди? Ну, властью, они называются, но по сути ей не являются. Здесь идет такой принцип, я выражусь так формально, проканает или не проканает. То есть они вырубают, причем что никаких документов, заметьте, на вырубку нет, их априори быть не может, потому что ни один чиновник не даст разрешения на вырубку подобного рода. Они нанимают какого-то неизвестного человека, платят ему деньги.
Ночью он идет, вырубает. И они смотрят на реакцию. Если реакция будет, то все зависит, опять же, от того, какая будет реакция. Если это так в Фейсбуке пошумели и забыли, то это все будет продолжаться. Если одесситы поднимут свои попы с диванов и начнут какие-то акции прямого действия, это закончится. Посмотрите, вот живой пример, летний театр, да? Угу. Если бы не были тех событий, о которых мы все с вами прекрасно знаем, на сегодняшний момент забор стоял бы, и разработка документации продолжалась бы, и я не удивлюсь, что уже бы начались строительные работы. Котлован и все остальное. Одесситы показали свою принципиальную позицию. Они не хотят, чтобы в центре Одессы был торговый центр. Вот сейчас от одесситов нужна точно такая же принципиальная позиция. Показать, кто в городе решает судьбу вот этих 3,5 гектар. Если мы говорим о городской земле, а сейчас она именно муниципальная, пока она не передана еще на сессии горосполкома в частные руки, на сегодняшний момент земля это муниципальная. И только общественные слушания, только одесситы должны давать свои рекомендации, должны показать, что они там хотят. А вдруг мы хотим там сад? А вдруг мы хотим там что-то другое? Почему наши предки высаживали эти деревья, а нас никто не спрашивает о том, как мы собираемся ими распоряжаться, и собираемся мы ли вообще принимать участие в жизни города. Поэтому пока мы будем молчать, лайкать в Фейсбуке посты Балинского, писать, как ужасно все, что происходит в городе, этот процесс не остановится никогда. В свое время я был участником программы по написанию документа, который называется «Экология-2005». У меня даже сохранилось несколько этих брошюрок. Там высадки зеленых насаждений, увеличению их, посвящалось огромное количество страниц. То есть это ставилось во главу угла. И второй вопрос, который надо отметить, там было, настаивалось на развитии наукоемкого производства в Одессе. Сегодня у бизнеса есть деньги, их надо вкладывать. Но город наш не создает для этого условий. Мы могли бы создавать наукоемкое производство. За счет чего? Я отвечу. Наши такие институты, как политехнический, институт связи и некоторые другие, имеют ценнейшие разработки, которые не находят применения. Если бы в Одессе мэрия наша создала такое внедренческое предприятие, где можно было отбирать разработки не только из одесских вузов, из вузов других городов, то можно было бы начать нормальное производство, не загрязняющее окружающую среду. То, что планировал в самом начале. Сейчас эта концепция изменилась, но я не понимаю, что такое Одесса сейчас. Раньше Одесса был где-то курортом, хотя неофициальным, с мощной промышленностью. Миллионный город, город-герой, все было понятно. Сегодня, что такое Одесса, непонятно. Я думаю, что власти наши должны написать такой документ. Концепция Одессы. Мы должны понять, сколько здесь живет людей, чем они занимаются, какое у них образование, какая потребность в этом. Реализуется ли это потребность людей, или они вынуждены торговать на 7-м километре или еще где-то. И мы могли бы постепенно возрождать наш город в том понимании, в котором он был с первых дней существования. Здесь всегда была промышленность. Не очень большая, не очень важная. Но заметьте, до революции 1917 года, в Одессе были предприятия, которые обеспечивали большинство потребностей населения. Нам не надо было завозить все это издалека. Сегодня мы превращаемся в какую-то аморфную систему. И понятно, что не имея такой возможности, бизнес должен там или там искать все пути. А мы должны указать, что этот путь не совсем верный. Можно зарабатывать деньги, успешные, даже большие деньги, на совсем ином. На жаль, це так. І, на жаль, в мене дуже більше сумніви, що влада буде цим займатися. До речі, про територію. Що це за територія, і на якій вирубали дерева? Якщо там таке відбувається, то до чого цю територію готують?
Ну, в лучшем случае, как я себе понимаю, там возобновят уже, ну, там же есть сейчас коттеджные домики. Угу. Внизу на нижней террасе санатория Чкалова есть коттеджные деревянные домики. Ну, это как раз именно вот эта территория, о которой идет речь. В лучшем случае построят коттеджный поселок, больше, мощнее, этажнее. В худшем это будут опять многоэтажки, такие как на 13-е Фонтана. Вот эти вот три огромных здания, которые закрывают весь вид на море на 13-е. Я думаю, что здесь может быть точно такая же ситуация. Угу. Просто обыкновенный многоэтажки. Где же там будувати? Там же вже берег, пісок вже. А когда это кого-то останавливало? Ну, це нижче траси здоров'я, так? Да. 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 Ну, не на піски, а вище. Это средний ярус между трассой здоровья и между берегом. Ну там до піску там 10 метрів. До піщаного пляжу, я маю на увазі. Ну, знаешь, там... да, где-то так, но тем не менее это отдельная территория, которая находится на одном уровне со склоном и несколько ниже, вот так можно сказать, точнее. Угу. Проектную документацию мы с вами не увидим, и не надейтесь. Мы увидим стройку по факту, у которой не будет ни одного разрешающего документа, как это привык делать господин Галантерник. Он себя не напрягает тем, чтобы делать документы и приводить их хотя бы в какое-то более-менее адекватное состояние. Угу. Мы увидим забор, мы увидим работающую технику. Вы представляете, Саша, если на вот к той территории будет регулярно ездить строительная техника? Вот для этого и убираются деревья, чтобы могли проехать бетономешалки, чтобы могли проехать экскаваторы, чтобы могли пройти машины со всяким рода строительным материалом. Они, ну, сказать, что это угробит территорию, это ничего не сказать. Угу. Ну, на жаль, ми такі приклади вже маємо. І якщо згадувати, до речі, Сергій, ви згадали Одесу до 18-го року, що тут до 17-го. До 17-го, так? А, і після 17-го, після 18-го в Одесі було дуже багато підприємств. Лише згадати там, я об этом говорю, я об этом говорю. Родмаш, ЗОР, Централіст. Паровозні мастерські, які... Завод радіально-сверлильних станков. Ці станки експортували в 40 стран світу. Числовим програмним обеспеченням. Де це все? Ось якщо порівнювати, ну це ми так дуже глибоко копнули, бо да. Там якісь роки давні. А якщо зовсім нещодавно от, наш час згадати, да, що було з Аркадією, що було з трасою здоров'я, з Ланжероном, ми перед ефіром з вами згадували. Да? Так якщо порівняти, як змінилася Одеса? К сожалению, она теряет свою привлекательность для туристов, и она становится похожей на все остальные города, крупные города. Угу. Даже окраины столичных городов. Я еще, знаете, что хочу добавить? Мы говорили за бизнес, да? Угу. Вот что бы, например, мешало Галантернику и таким вот бизнесменам, как он, например, не брать и не уничтожать санаторий Магнолия, не строить там многоэтажку, а возродить санаторий. Вернуть вот эти вот, ну раньше были всесоюзные здравницы, да, дальше, сейчас пускай будут международные здравницы, пусть это будут всеукраинские здравницы. А мешает только то, что когда ты вкладываешь деньги вот в такие проекты, инвестиции возвращаются постепенно. Они не привыкли к такому. У них все схемы двухходовые. То есть ты заносишь 2 миллиона долларов в горсовет, тебе разрешают делать все, что угодно. Ты выгоняешь вот эту вот свечку, быстренько продаешь там квартиры. Все. И ты отбил эти деньги. Они не одесситы. Это такие быстрые гроши. Так? Они не одесситы. Они не думают о том, что что-то должно остаться будущему поколению. Что-то должно работать долго, надежно, развивать экономику города, развивать экономику страны. Им это неинтересно. Где живет Галантерник? Галантерник живет в Лондоне. И плевать он хотел на вашу Одессу. Там же сейчас будет и Труханов, потому что мы все видим, что его давно уже нет в городе, и вероятность его возвращения в кресло мэра невелика. Я надеюсь, невелика. Им все равно, что будет с городом. Но больше всего пугает, что все равно самим одесситам. Угу. Да, я хочу сказать в несколько другой плоскости. Мы сегодня представляем Одессу так, как она есть. И совершенно не можем себе представить, какой она будет через 20 лет, как изменится мир. Вы же знаете, что подсчитано, какие профессии исчезнут к 2000 году. Извините, не 2000, а через 20 лет. К 2020. Да, к 2020, через 20 лет.
через 20 лет КПСС исчезнет. Я прекрасно помню в своем детстве на Преображенце еще стрелочников, которые переводили трамвайные рельсы, и много других профессий, которых сейчас нет, не найдешь их. Где сейчас машинистки пишущих машинок? Исчезли. И вот так исчезает очень многое. Поэтому, разрабатывая план развития нашего города, а где он? Его нет. И даже об этом никто не говорит. План развития города, надо понимать, что мы смотрим в будущее, каким он должен быть, с учетом новых технологий, новых возможностей. И при этом мы не должны забывать, что мы должны сохранить уникальную архитектуру. Наш город единственный, где сохранилась архитектура 19 века. Можно найти города, где есть архитектура 18 века, 17, 16 и так далее. Вот, например, бельгийский город Брюгге, в нем сохранился в таком виде, каким был в 13 веке. Вот если себе представить, поэтому туда наплыв туристов массовый. А у нас своя особенность. У нас 19 век. Может быть, не все дома одинаковые, один выше, другой ниже. Здесь не было такого строгого подхода, чтобы все строили 4-этажные дома, 5-этажные. Но все равно Одесса очень своеобразна. И то, что каждый дом не похож на другой, и каждый отличается своими особенностями архітектурними, это и привлекает туда туристов. Ну, це було. Зараз, на жаль, ми втрачаємо цю унікальність. Да. Для того, щоб це спасти, нам необхідно понизити уровень ґрунтових вод. У нас здання рушаться по этой причине. Надо перекладывать всю каналізацію і водопровод. Это, конечно, огромные деньги. За один год не сделаешь. Но если сегодня этого нет даже в планах, то о чем можно говорить? Чего и не буде. Через несколько лет мы увидим совсем другую Одессу. И, к сожалению, не со знаком плюс, а со знаком минус. Ну, ми вже бачимо, як вона змінюється і на знак мінус, на жаль. Ось, до речі, а повернути ж назад не можна? Ні. Не можна ж повернути Аркадію? Чому? Чому ні? Аркадію, припустимо. Аркадію можна. Можна повернути, конечно. Як вважаєте? Звісно, можна. Той вигляд, який був. Аркадія, є багато, давайте так, багато людей, багатьом людям подобається сучасна Аркадія Ланжерон. Но что мы потеряли? Мы потеряли зеленые насаждения. Раньше летом можно было пройтись по аллее от трамвая до пляжа в тени. В тени деревьев с двух сторон. А сейчас люди идут по жаре. По жаре. И вот это мы утратили. То есть должно быть новое. Но новое должно содержать лучшие черты старого и быть продуманной, так чтобы это было удобно одесситам, приезжим, чтобы об этом отзывались как о сохраненной среде обитания. Неважно, какой она будет, вчерашний, будущий, но что это будет нормальная среда обитания. Зрозуміло. Повертаючись до дерев, багатостраждальних наших дерев, як ви вважаєте, чому представники влади дозволяють робити таке? Адже якщо простий громадянин зрубає дерево, наприклад, так, то буде покараний по всій строгості закону. А тут цілий, так би мовити, ліс зрубали, і ніхто не знає, хто це зробив, і, я так вважаю, ніхто не буде покараний. Чому так? Чому така избірковість закону? К сожалению, в Украине сейчас часто закон работает выборочно. А что касается непосредственно Одессы, то наш городской глава никогда не был фигурой самостоятельной. И тот человек, который сейчас руководит вот всеми вот этими процессами по застройке побережья, Аркадия, Ланжерон, это тот человек, который привел нашего мэра в мэрское кресло. А как можно командовать тем или что-то не разрешать тому, кто тебя посадил и кто тебя контролирует? Все очень просто. Ну, ось, до речі, ви згадали мера, його немає на робочому місці вже скільки там? Більше місяця. Більше місяця. Є реакція, як ви знаєте чи не знаєте, є реакція мера Одеси на те, що робиться зараз в місті, чи нема? Якщо не помиляюсь, його немає з 20 грудня, так?
Ну, так, Мені неизвестна така реакція. Чи на події в місті він не реагує зовсім зараз? Саша, а коли він був в мерському кріслі, він реагував на те, що 160 деревьев уничтожили на 13-й фонтана? Или когда Аркадию вырубали, или когда Ланжерон зачищали. Мне кажется, он и когда был в кресле... Аркадию вырубали при Костусе. Аркадию вырубали, когда стоял Майдан, и горсоветом управлял Брындак с подачи городского головы Труханова, который был тогда руководителем фракции партии регионов. Поэтому Костусева здесь уже и в помине не было на тот момент. Важко, апеллювати до влади, коли не розумієш, до кого апеллювати. Ну, сейчас до кого звертатися? Мера нема. Я думаю, что сейчас надо обращаться, в принципе, что уже было сделано. Были написаны заявления в полицию, была приглашена экологическая инспекция, будут направлены письма в прокуратуру. Ну, опять же, письма останутся только письмами, если не будет реакции самих горожан. Ну, на жаль, це, про що ми зараз говоримо, це не поодинокий випадок. Дерева в місті рубали раніше, ми сьогодні про це згадували, і ось свіжі факти. Як ви вважаєте, як цьому можна ефективно протистояти? Що ви особисто плануєте робити, щоб зупинити от таку масову вирубку дерев в Одесі? Взагалі? Или в конкретном случае. В конкретном случае мы, наше движение и молодые ребята с разных общественных организаций, пока что мы будем мониторить ситуацию и не пускать туда технику. А на будущее очень важно, чтобы одесситы сигнализировали о любой попытке захвата зеленой зоны. Я, например, сейчас с ужасом смотрю, что происходит с парком Горького, где я живу. Это, ну, это уже не парк, это развлекательный комплекс среди деревьев. И с каждым сезоном там появляются новые будочки, новые какие-то торговые площади. И с каждым разом все меньше и меньше просто зеленой зоны. К счастью, деревья они не пилят, но зеленые зоны, газоны исчезают с каждым годом. И очень важно, чтобы одесситы не оставались равнодушными. И за каждое дерево сейчас нам надо бороться за каждое дерево. Сергій, у вас є особистий план чи пропозиції особисті? Пропозиція – дійсно активність горожан, які повинні розуміти, що вони зберігають середу свого обитання. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Планування нашого міста во всі часи було ущербним. Наприклад, на поселку Котовського відсутній парк. Який би ліба. Хоч маленький парк. А в Западной Европе существует правило, что до каждого парка можно было бы добраться или до сквера, где можно гулять с детьми или самим прогуливаться. Должно было быть расстояние пешеходное 15 минут. Угу. Мама с ребенком не поедет на транспорте, это неудобно. Конечно. А вот чтобы за 15 минут доехать, там, где чистый воздух, то есть там, где зона чистого воздуха. Это очень важно для всех, потому что детям особенно в раннем возрасте нужен чистый воздух для того, чтобы они росли. И приморские склоны – это, пожалуй, единственное место массового отдыха. Посмотрите, сколько там велосипедистов, сколько там отдыхающих, сколько людей бегают руссой. Ну, всего не перечислишь, но это место массового отдыха, и нам это необходимо. Нам необходимо. Мэрия обещает нам продлить эту трассу здоровья, чтобы можно было пройти от Ланжерона до 16-й станции Фонтана, и это было бы очень хорошо. И озеленение здесь дальнейшее должно быть на одном из первых мест, опережающими темпами, чтобы это создавалось чистая природа, хотя и искусственная, чистая природа, где можно свободно дышать, причем когда накладывается степной воздух, лесной и морской, это выдает терапевтический эффект. Дякую вам за цікаву бесіду. Думаю, надіюся на це, що і представники влади прислухаються до ваших слів, і одесити прислухаються теж до цих слів, бо все це робиться в першу чергу для нас з вами, для одеситів і гостей нашого міста. Дякую вам і успіхів. На все добре. Спасибо.
Що, шановні телеглядачі, наша програма надійшла кінця. Мені лише залишається нагадати, що сьогодні в гостях у нас були члени громадського руху «Зелений лист» Яна Тітаренко та Сергій Дятлов. На все добре.